Очень красивое место. Мы приехали на озеро. Небо такое красивое. А с другой стороны самолеты летают. Их очень много. Вот такой вот. Там озеро я сейчас сниму. Конечно, тут рыбаков сегодня почему-то нет. У нас тут луна. Полумесяц. Вот сейчас небо сниму. Быстро летят. Уже пролетает. Он как быстро-быстро летит. Полезу искать свои фламулины в эти кусты. В камыши. И черти куда. На ночь глядя. Мы не будем. Мы приехали просто посмотреть, есть ли здесь какие-нибудь рыбаки. Интересно. Мой друг Витя, одноклассник, ездит не на это озеро. Он ездит далеко. Десногорск, Починок. Там они компанией ездят и собирают. В смысле, собираются и ловят свою рыбу. Я говорю, ты мне хоть бы когда-нибудь какие фотографии прислал бы. Не говоря уже о видео. Видео он не пришлет. Он не понимает. Он понимает только рыбу свою ловить. Красота какая. Вот куда мы приплыли сегодня. Ну, хоть бы какую-нибудь фламулину найти одну. Канал-то грибной. Канал грибы и природа. Не обязательно все грибы показывать. Я сегодня уже грибов нашла. Ой-ой-ой-ой. Море волнуется. Раз. Море волнуется. Два. Море волнуется. Три. Море наше волнуется сегодня. Красиво. И пусто. Никого нет. Кое-где машинка есть там. Ну, просто народ праздники гуляет. Ладно, может быть, я все-таки поищу. С другой стороны озера я знаю, где фламулины есть. Я оставляла маленькие подрастать. Но я туда не захотела. Хотела посмотреть новые места. Конечно, надо было раньше приезжать. А то уже вечереет. И уже не очень интересно. Но все равно. Погода хорошая, сейчас уже подмораживает. И становится очень холодно. Вот. Холодает. Похолодало заметно. А течение есть. Вода движется. Все. Пойдем перекусывать. Боже ж ты мой! Как сказала Матхумати, что это за грибы? Я все-таки на этом озере не ожидала ничего найти. Потому что далеко в кусты я лезть не захотела. Думаю, дай посмотрю в этом кустарнике, что это за грибы. Посмотри, что это такое? Это же какие-то грибы. Чертовики, что ли? Непонятно. Ой, какое дерево. Огромное дерево. И какие-то трутовики это были. А я-то уже думала, что это фламулины. Мало ли подошел, посмотрел. Нет, не надо нам такие грибы. Просто интересно. Я нашла здесь фламулины свои. Это очень круто. Интересно. Один кустик, одно дерево и фламулины. На этом дереве. Но один мне достанется. А маленький я не буду брать. Вот такое дерево мы нашли. И фламулинки здесь растут. Одна другой краше. То есть одна другой мельче. Маленькие очень. Совсем малышки. Тут брать нечего. Мороз им нипочем. У мороза они замирают. А вот теперь они начинают, то есть продолжают расти. На этом я заканчиваю. Все, всем пока-пока и до встречи.